Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, уважаемые жители аула Бличепсин и Кашихабльского района! Мы начинаем торжественное мероприятие под названием «С востока на запад» с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее, которое проводится в рамках международного комбинированного пробега «Город Владивосток», «Город Севастополь», «Город Минск». И посвящено оно 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России. В пробеге одновременно будут принимать участие авиация, авто, мото, вело и конные группы. Также предусмотрен морской переход. В субъектах Российской Федерации, по территории которых маршрут не проходит, организовываются мероприятия, приуроченные к пробегу. Вся страна в эти дни проводит торжественные митинги, праздники, которые объединяют все огромное население России. Символом являются специальные мешочки с землей, взятой с мест захоронений воинов-освободителей от немецко-фашистских захватчиков. Не зря сегодняшнее мероприятие проводится в ауле Бличепсин, именно на братской могиле. Сегодня именно отсюда будет взята земля в мешочек для захоронения и отвезена в город Волгоград 9 августа 2017 года посредством международного пробега. Торжественное мероприятие объявляется открытым. Председателю Совета народных депутатов муниципального образования Кашихабльский район Брянцеву Александру Валентиновичу. Добрый день всем присутствующим. От души рад всех приветствовать здесь вас на сегодняшнем очень значимом мероприятии. От души рад, что именно в юбилей 90-летия образования ДОСААФ эта организация проводит эту акцию. И что благодаря именно этой акции земля с братской могилы из всего района, с аула Бличепсин, будет отвезена в Волгоград на такую же большую братскую могилу, и где увековечат имена еще всех жителей нашего Кашихабльского района, еще и на братской могиле в Волгограде. Очень важное мероприятие. Вы все видите, что происходит сегодня в мире. Видите, что некоторые горячие головы хотят переписать историю, что-то переделать, что-то переставить. Ну, благодаря тому, что проводится линейка мероприятий, таких посвященных памяти о тех, кто погиб, о тех событиях страшной Великой Отечественной войны, сейчас по всей России, по всей республике, в частности, в нашем районе, мы обязаны донести это, прежде всего, оставить своей памяти и донести нашей молодежи. Потому что тот человек, который забыл свое прошлое, не имеет настоящего. Удачи всем нам, всем вам, всего самого наилучшего, чтобы это мероприятие прошло достойным образом. И
Всем всех успехов. Слово предоставляется председателю районного совета ветеранов Афганистана Хаткову Рашиду Губедовичу. Фимаху Вуха. Сану Бабжизанску, Дасаф Россием, 90 лет Зарухан Михайлова, Мемарафон Даху Риаготира, Азухата, Мезаум Хагодаху, Мисмеди Лешепсина, Хошабда Районом Шишу, Лешепсина, Набурабску Хагода, Ад Набурабску Хагодава, Увековеч Газам, Набрибзира, Зецухар, Адрехар, Цухарам, Джахам, я Шахам, я там, я Шишу, Велограде еще нам, марафон мне еще, но бед дохожазри. Ахен я птичье, но бед мы кинули даху его чем, шашей худос, зычком, изражал и закбачкани. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов войны Шишеву Биталю Бетлюстановичу. Боже, да сэр, юный рогушка, но бед рогуфа. Но когда торжественные мероприятия Казрана Гасам Хаджи. Уважаемым из поколения в поколение передается заум зиша Казрашава Агважахам яшему губшу шаше хвачу зарчиты. Уважаемым яшу губшагам заум халажава зиша Казрашава Агважам Мирасу Юхами яшу губшагам ноба заум халажава на бриш ветерану дияши шаше худос ноба Мирзик Ваджава, мы торжественные мероприятия из Рагоджу Хадажу районом Шишми, Танриджами, Шхашах Худоши, Тхафирапсов Ждуа. Мы ходим мероприятия молодежи, особенно в Хадажан Вы, Фара Зиппина Жина, Фара Мирзина Сижнари, Фамишхаху, молодежи, Дравота, у нас же Жану мы ходим мероприятия в Хадажану. Как вот Ауха Тхафирапсов, да заказываем, если мы ходим торжественные мероприятия, что заказываем, сейчас для вас прочитает стихотворение Зита Берзегова «В память о тех, благодаря кому мы с вами сейчас живем». Идут года, но кровоточат раны, врагами нанесенные в бою. Спасибо, дорогие ветераны, за молодость беспечную мою, за то, что не стреляют автоматы, что мины не взрывают тишину. Вы были молоды, ни в чем не виноваты. За что судьба вам уготовила войну? Чтоб дать нам право жить на этом свете, вы шли сражаться грудью на врага. Вас ждали дома мамы, жены, дети, храня тепло родного очага. За то, чтоб звезды в небе нам сияли, за то, чтоб на дворе цвела весна. Сражались вы и за ценой не постояли, но непомерно высока цена. И каждый год весной в начале мая объединяет праздник всю страну. Смотря на вас, я всякий раз не понимаю, за что судьба вам уготовила войну. И слезы всякий раз стают туманом, готовы ливнем грусти течь из глаз. Спасибо, дорогие ветераны, вам всем, отдельно каждому из вас. Как кровь сияют красные тюльпаны, возложенные к вечному огню. Спасибо, дорогие ветераны, за молодость беспечную мою. Я никогда, поверьте, не устану за ваши подвиги вас всех благодарить. Спасибо, дорогие ветераны, за этот шанс под мирным небом жить. Молодежь сейчас особенно проникнута духом прошлого, духом памяти и благодарности тем, кто погиб, отдал свои жизни для того, чтобы мы сегодня могли жить под мирным небом. Еще одно стихотворение в память о тех страшных событиях. В тот страшный день земля рванула в небо, от грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небо, и смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинели, вчерашние мальчишки цвет страны. Девчонки на прощание песни пели, желали выжить в этот грозный час войны. Война, как ком, катился по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявши первый, самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом. Чтобы защитить от ужаса фашизма права на жизнь, что рушилось кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны. Начало лета, жизнь вокруг кипит.
Жива любовь, зарубцевались раны, но этот день июня не забыт. А сейчас я приглашаю всех отдать дань памяти и возложить цветы на братскую могилу погибшим. Бросил на прядь волос, сколько тоски на лицах, горя и слез полна. Просто мальчишкам этим, кто воевал тогда, звезды синие светят в память былым годам. Эхо прошедших времен, мысленно всех воевавших на фронте и погибших на полях сражений. Давайте сделаем так, чтобы их имена никогда не были преданы забвению. Почтим их память минутой молчания. Ну а сейчас настало время взять землю с братской могилы и торжественно передать в город Майкоп. Я приглашаю сотрудников ДОСААФ сделать это. Время героев. Обычно ты кажешься прошлым. Главные битвы приходят из книг и кино. Главные даты отлиты в газетные строки. Главные судьбы истории стали давно. Время героев по самому высшему праву ты подарила далеким и близким годам. Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России и международному пробегу, объявляется закрытым. Россия священная!
Дима.